Ну, а идея возникла давно, мы давно говорили об этом, что нужна городу картинная галерея. Вот. А тут думаю, а почему бы нет? Вот съездил в Переславль, вот буквально неделю назад, тут новый музей открылся. Музей неожиданно так название, музей находок. Кто-то теряет, я, правда, там не был еще, мимо проехал. Там каждый месяц новый музей открылся. Музей радио есть, музей смекалок, Берендеева Слобода, или как она там называется. Вот. Потом дом художника, музей. Вот. Музей рыбака, музей паровозов, вроде бы там. Да. Музей денег. Потом, утюга, это естественно, это самое, чайника тоже, естественно, давно, один из первых. А у нас практически нет музеев. Мы могли бы музей глав открыть, у нас глав много меняют один другого. А, ну да, вот надо идею подать, открыть, действительно. Хотя мы вроде бы так, по идее, богаче живем, чем Переславль. Богаче ли? А богаче, а вот судя по автобусу, богаче. Угу. У них там 10 рублей проезд, да. А этим пенсионерам 5. Неважно, есть удостоверение или нет, 5. Угу. А у нас 25, значит, мы богаче. Значит так. Вам помогал кто-нибудь? Вы обращались куда-нибудь в городские власти? Это бесполезно. А, обращался. Только я не хочу говорить, как бы, может быть, мне уже как-то... И Слепцов, как ты помнишь, собрание собирал перед праздником? Ну, много было собраний. Администрация, он говорил, вот надо помочь там, и вы у кого какие-то проблемы, обращайтесь, мы поможем вам. Я как дурак пошел с бумажками. Я говорю, мне надо фасады... А мне предписание пришло еще. Фасад. А, фасады покрасить, да. Да, я пошел, говорю, мне вот это самое, дайте краски. У нас нет краски. Ну, а сколько тебе денег? Напиши, сколько тебе денег надо. Я перевел все это в деньги, значит, принес. 2 недели туда-сюда, значит, ну, в течение месяца, это вот катавасия вся была. Значит, через 2 недели мне говорят, а у нас денег нет. Все? Помогли. А мне вот сейчас надо наружу делать. Я внутри-то сделал, а вот наружу надо делать. Или красить, или шпаклевать чем-то. Ну, может быть, после праздника как-то у них полегче будет, получше? Они сейчас скажут, а мы истратили все. Да. Это однозначно. И вы все, вот это вот все практически один делали, да? Ну да, практически. Но я почему начал это еще? Я же в прошлом году грант получил. Вот. Ну там небольшой, он 50 тысяч всего был. И я эти деньги сразу вложил в материал. Коль купил материал, надо было делать. Вот. Я и начал таким образом. Кто-нибудь тут был? Кто-нибудь вообще знает о том, что вот это вот открывается? Или официальное открытие, по-моему... Официальное открытие я как бы не рекламировал, потому что я хочу его, может, попозднее. Вот сегодня из Москвы звонили там. Для этого надо вот там вот ремонтировать, все сделать, доделать. Тропки сделать, потому что грязно ходить. Ну, и порядок навести на территорию. Ну, кстати, тропки. У них столько асфальта вот этого, асфальтовой смеси. Уж мы могли бы сюда подкинуть. Когда делали вон дорогу, я попросил вот до гаража, как бы. Это, говорит, не наша территория. Ну, а тут... Да. Вы предполагаете, что эти картины будут висеть постоянно или будут сменяться какие-то выставки? Нет, я предполагаю, что эти основы будут, и эти картины, но меняться точно будут. Добавляться какие-то, может быть, поинтереснее какие-то. Я думаю, что будет обмен. Что следующее в планах Виктора Багрова? Вот я тут в ярмарке, я уже говорил, да, этот миллиардер. А, просили поделиться, Тимченко, да, поделиться. По-моему. Если да. бы вот он дал, поделился немножко, то я бы вот здесь пристроил еще, там метров 200,
И тогда бы картинная галерея хорошая была бы. Вот так, план бы. Ну. Ой, будем надеяться. Ой, да тут надеяться. Надо ему что-то, чтобы эту газету передали. А у вас диплом второй степени за музей. Музей. А вот это вот вы не... Вот я сейчас хочу тоже подать. За заявку на... Заявку, да. По-моему, до конца августа вам надо поторопиться. Да, до 30-го. Угу. До 30-го там. Ну вот. Вот я, в принципе, немножко это вот и сделал, как бы, угу, угу. Открытие, чтобы угу. Какая-то была информация, и плюс материал был, чтобы, ну, для подачи.